ж, немало лет прошло со свадьбы Ивана и Василисы. Пора бы в избе ремонт делать. Говорит Василиса Ивану: «Поди туда, не зная куда, да принеси обои, обновить покой, чтоб встык ложились, вовек не отвалились». Пригорюнился Иван: «Где ж такие обои искать?» Пошел к Кощею в замок за советом. «Я человек деловой, большим ворочу, малого знать не хочу», — говорит Кощей. «Иди ты, Иван, к лешему. Он строитель, строил мою обитель. Все подскажет, про обои град расскажет». «А леший-то деловой какой, знай себе, на телефоне висит. Ступай, — говорит, — к бабе-яге. Она нынче модный дизайнер, в ступе за море летает, что где в мире лучше знает. Отведет в обои град, будет рад и старый млад». Выслушала баба-яга Ивана и говорит: «Ты не плавай за моря, не расходуй время зря. Поезжай в обои град, там салонов как палат. Поброди по магазину, удивишь свою девчину. Выбор там святое зелье, хоть в ремонт, хоть в новоселье. Что рисунки, что цвета, там обои хоть куда». Пришел, наконец, Иван в обои град, а там и консультанты помогают, образцы заморские предлагают. Обои замечательные и цены привлекательные. Все тридесятое царство только здесь и закупается. Выбрал Иван обои и отправился налегке домой. А Василиса его радостная встречает, мед, пиво наливает. Стол накрыло, объедение, весь ремонт на загляденье. Стали они дальше жить-поживать и еще больше добра наживать. А тот, кто слушал, молодец, ремонт закончит наконец.